Нил Мусатов. Владимирович, я работаю на физтехе. Также бываю здесь. Здесь есть такой колмогоровский семинар по теории сложности вычислений и сложности описания. Вот на него я хожу, если вы поступите в МГУ, пойдете на кафедру модель теории алгоритмов, то можно с вами встретиться здесь. А если поступите в МФТИ и пойдете на факультет инноваций и высоких технологий, то тогда мы с вами встретимся там. Есть такой сайт openedu.ru. Значит, это сайт открытого образования, там, в принципе, университетские курсы из разных российских университетов читаются. Вот, например, если вы пошли на математический факультет, но также вам интересно послушать цифромат. Вот вам захочется так послушать однажды. Вы можете туда зайти и послушать, не поступать заодно там куда-нибудь еще в БАУ или в НИСИС, а просто отдельный курс послушать. Вот я читаю курс, который называется «Логика и теория алгоритмов». Математическая логика и теория алгоритмов. Сейчас там, правда, уже БМ-курс прошло в этом году, в этом семестре, но, видимо, он будет повторяться, так что можно будет с любого момента начать. Да. Кстати, это у меня большая проблема, потому что все вот эти вот курсы, которые якобы проходят, их невозможно выучить. Они правда. Человек же, ну, их учит, когда у него есть еще миллион других дел. Вот. И это невозможно. Очень важно, чтобы настройки были такие, чтобы можно было в любой момент начать, в любой момент продолжаться. Это неправильная настройка, вот курс прошел и все. Это у меня как от пользователя на самом деле. Я не могу, я не могу все дела бросить. Ну хорошо, начал. Я действительно начал ваш курс слушать. Василий говорит от моего имени. Да. Ну неважно. Вот, но начал. Там Коля начал его слушать. Вот, но после этого это просвистело, а вообще-то свою школу родную он отменить не может. Понятно. Вот, поэтому нет, это неправильные настройки, когда курс вот так быстро прошел и нельзя. Надо, чтобы. Нет, вот есть еще один сайт видеолекции, victoria.nik.ru, и там есть просто моя лекция физтехи записанная. И вот там-то они всегда доступны. Вот, но там зато нет обратной связи, то есть просто нужно посмотреть.